Интрон де Любе и Интрон де Клин. Находился в багажнике автомобиля год. Был светлый, точно помню. Вот, берем его, переливаем в баночку. Немножко стал такой более темный, янтарный. Да, был светлый, стал вот, вот цветок. Вот. Это что касается Интрона де Любе. Интрон де Клин. Вот. Интрон де Клин. Не изменил ничего. Ну, чуть позже вскрою банку, посмотрю, есть окисление или нет. Походу олово окисляется, и от этого олова происходит, если хранится не дома, а где-то в гаражах там и так далее. И вот он от этого олова приобретает почему-то вот такой вот темно-янтарный цвет. Поэтому конторе надо менять упаковку.